Львиный пляж. Остановка Львиный пляж. Один Лёва и гарем. Сейчас вы поете туда, он туда, и посмотрим, куда вы будете смотреть. Кто на цементный завод? Я. Так и тут. Азиза, девочки, глаз не сводит. Раз, два, три, четыре, пять самок, вожак и выше стая львица. Шесть девчонок, один я. А вы не знаете, они ужинали, нет? Они... Хороший вопрос. А когда они ужинали? Сейчас? Вечереет, сейчас вечереет. Смекается. Да, Персей? А. Разные, у всех разные. Следующий давайте. Персей весь гарем считает, включая девочку. Куда Олег пришел? Куда смотрю? Кто вас снимает? Камеру. Смотрю в камеру, а вы меня не снимайте. У меня один лев есть, вот это снимайте. Персея, пожалуйста. И сзади, девчонок. Приблизьте, если можно. Максимально. Не поводите. Туда-сюда, туда-сюда. Ох, какие зубы. Какие зубы. Прилетела. Аба, аба, аба. Ну куда ты? Же я дальше сяду. Оп, и все. Только встал Олег Алексеевич, шмык. Разным кустам. Я думаю, они на меня все ломанулись. Да, терялся. Вы что, серьезно? Олег Алексеевич, не уходи. Снимаю, да. Нет. То ли не уходите, то ли вы снимаете. Подойдите. Она меня нахуй трогает. Вы же за этим ехали. Не настолько же. А чего что же? Здесь остаться? Купила мама коника, а коник без нары. Стоящий вода. Из серии и хочется, и колется. И фотографии хочется хорошие. И чтобы львица не тянула. Да? Давайте вот здесь садимся. Спасибо. Ой, извините, мама. Не-не, дело не в этом. Что? А самое безопасное место там, где люди. Да. За спину Олега Алексеевича. Люди почему-то думают, что... Да, да, вот мужчина опытный. Думают, что если автомобильчик открытый, туда сесть, то там будет самое безопасное место. Кажется, нет, да? Нет. Там, где Олег Алексеевич, там и самое безопасное. Без него мы здесь бесхозное мясо. Да, Персей. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Не можно кушать курицу. А я сколько тебе буду говорить? Не можно его кушать. Но его кушать не можно. Не можно. Он тебя может трогать, ты его нет. Ты не можешь ты его трогать. Где мой там? Я же не можешь его трогать. Никак не можешь трогать его. Не можно. Ты... Снимаю, я все это время. Смотри, вот так красиво туда, смотри. На портретный режим. Смотри туда, дура. Вкусняшка, скажи. Эй, его. Вкусненький. Нет, скажи, а поиграть. А, это поиграть? А поиграть. А поиграться. А там все сели.
И Витязь, и Вича туда-сюда, туда-сюда. Он Лего сидит, смотрит. Вот кто тебе виноват? Что ты теперь сидишь в отдельном вольере. Взяла бы и вышла сюда гулять. А руки какой красавец стал. Смотрите, руки уже похож на Ричарда. Уже скоро не отличишь. Видео или фото, Сережа? Ты что делаешь? Ой, его. Пока не наиграется, не угомонится. Скажи, папа, подержи меня за ручку. Спой мне поколыбельную. Все на свой зуб пробуй. Не можно, говорю, на зуб все пробовать. Скажи, если я вот так лапы кверху, так можно? А вот так, да. Вот так скажи. Ну где твоя морда? Где-то возле ботинка. Спряталась. Сейчас темнеет, привезу тебе туриста. Мостов. Куда кто штаны мои рвет? Ну, садитесь. Азиза прямо. Глаза по 5 копеек. Ой, скажи, и этого не можно. А скажи чуть-чуть. Не можно такое делать. Не можно. Фирменный переворот от твоего. Когда понижно, ты понимаешь? Ну, с этого что делать, себе я так? Ну что, поедемте дальше. Писей, ты молодец. Ты и твой гарем все выдержали. Спасибо тебе. Лейла, еще немножко, и ты научишься пользоваться зубами.